Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду готовить домашнюю желированную колбасу из рульки, из баранины и куриных бедрышек. Я поставила варить рульку и баранину. Отдельно варятся бедра куриные. Я доведу до кипения рульку и баранину. Солью воду, промою хорошо мясо и поставлю вновь варить, залив свежей водой. И с куриными бедрышками также поступлю. Прошло 10 минут, я промыла мясо хорошо и залила свежей водой. Добавляю теперь бульон, лук и морковь и перчик горошком и душистый. И в куриную также. Закипит вода, я убавлю на медленный-медленный огонь и будет вариться до готовности. Примерно через час я посолю мясо. Свиная рулька и баранина у меня сварились, хорошо отделяются от кости. Сейчас я буду все это разбирать. Посмотрите, какой прозрачный бульон получился. Из-за того, что я промыла хорошенько мясо перед варкой. Свиную рульку, куриные бедрышки и баранину я разобрала. 2 столовые ложки желатина я залила 2 стаканами бульона. Через 40 минут я разогрею эту смесь и буду заливать колбасу. В колбасу я добавляю болгарский перец и чеснок. Желатин я прогрела, растворила, развела бульоном и сейчас буду добавлять в мясо. Перец и чеснок добавила. Я хорошо все перемешала и буду разливать форму. У меня форма необычная, форму кексов буду заливать. Я разлила мясо и бульон по формам. Ставим в холодильник до застывания. Вот такая желированная колбаса у меня вышла. Стояла в холодильнике несколько часов, застыла. Смотрите, какая красота получилась. Не хуже, чем в магазине. Даже лучше, потому что знаем, что мы сюда положили. Никаких вредных добавок нет. Сейчас будем разрезать. Вот такая желированная колбаса. Вкусная, яркая, нарядная. У меня вышла. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго!